8 июля. Короче, вот участочек наметил себе. Сначала 40, 40 на 40. А сейчас прикинул пройти куветы, чтобы туда не нападала эта шелуха. 50 на 40. Попробую сделать 20 соточек. Вот триммер, штиль 250-х профессиональный. Лесочка тройка, квадратная, бронебойная, желтая. Вот. Фильтр почти новый, воздушный. Просто работает, просто как надо работает. Кустарнички тоже надо это скосить, чтобы было доступ, меньше здесь змеек было, чтобы все солнышко прожарило. Короче, все заявочки на телефон плюс 7 924 123 24 44. Ютуб канал Стороженко Владимир, все отчеты, оборудование, штиль, обзоры. Надо аккуратненько, без фанатизма, потому что высокие обороты, чтобы катушку не попортить. Опасно вот такие черенки, очень опасны для катушки. Встреча на высоких оборотах. Дерево тоже не к чему. Так, чтобы прожарилось и все. Ну, сейчас вот здесь куветик красивый становится, а потом уже по прямой.
второй раз прохожу, так что здесь уже чистенько. Вот там со спины, Константин. Так что это, все заявочки, друзья, плюс 7-924-123-24-44, Стороженко Владимир. Ну а потом по прямой, по чистой.